Итак, ребят, всем привет, и мы продолжаем проходить Call of Duty Black Ops. Какой третий? Третьего не будет. Infinite Warfare. Всем приятного просмотра. Блин, был бы антиграф, серьезно. В укрытие! А сколько там это есть? Можно покидать. Аварийные щиты опущены! Атаковать блок бесполезно! Граната так. Его оглушила! Так, можно осколочки на него. Граната пошла! Осколочная! Надо зайти с тыла! Разбили. Вали его! Сюда, железный ублюдок! А, понятно. Свиньи железные, не пропускайте их! Готов! Мы примем огонь на себя! Ой! Ой, хорош, ребята. Ему крышка. Капитан Рейс, у охотников отличные щиты. Захватите один. И чем они хороши? Держит попадание бронебойного. Есть режим прозрачности. Ни хреново. Где мы, там победа. Наша сила в людях. Вытащим береговых из ловушки. Скар, вы первые. Дверь впереди. Давай я помогу. После этого, ребята, кстати, я забросил эту игру вообще. И не стал проходить. Вот из АЛЦ. Группа Сабля близко. Альфа береговым один. Мы уже на подходе. Ну, чего, я прям... впереди! Щиты! Настроен. Держать строй! Пройти игру полностью. На 12 часов! Внимание всем! Группа Альфа идет на... Новые эти уроды. А типа можно? Черт! Спасибо.
Наши люди как раз там. Врача! Наш отряд в ангаре вместе с вашими все десантниками. Сзади теперь чисто. Сюда! Выведите противник раненых. На подходе! Вперед! Идем. СДФ на 12 бойцы, часов. Бойцы, огонь! Идем на прорыв! Не давайтесь им живыми! Они отступают! Граната, бежим! Не ослаблять натиск! Я даже не ожидал, я просто пил квас, понимаете? Квас пил во время концерта. Я в порядке. А ты? Лучше некуда. У земли будут проблемы, если мы не отобьем грузовой порт. Хватит ли двух флагманов для господства в воздухе? Нет, им понадобится поддержка авиации. Надо вооружить капитана. Где вы храните оружие? В арсенале. Тут рядом. За мной! Браво! Внимание! Альфа на северной стороне ангара! Какой статус? Идем к вам, главный! Встречаемся, где приказывали! Принято! Отбой! Арсенал здесь, капитан! Это наш арсенал. Берите все, что нужно. Спасибо, гвардеец. Дробовики и пулеметы. Самое то. Капитан, шоковые гранаты отлично идут против ботов. Только не подходите с ними ко мне. Еще есть терминал улучшения. Дробовик и пулемет. Берем оба, Рейс.
Капитан, берите шоковые, пригодятся. Где шоковые? Готов. Выдвигаемся. Ага. Открывай, боец. Это контратака на базу. Идем туда. Устроим им. Браво! Альфа уже идет. Держите! Мы тут союзников нашли. Вижу браво. Брук, Касима, доложите в руку. Мы под плотным огнем. Мы позади вас. Спешим на помощь. Ясно. Внизу полно ботов. Работай с шоковыми. Что-то я тупанул жестко. Принято. Ладно, все собрались. Блин, прыгаю туда-сюда, а найти врагов не могу, ну вот один. Да я же тебя убил уже вроде. Я же тебя стрелял. Понял, бьем.
Опять что ли? Ой-ой. Так. Разобрались, короче. Спасибо, товарищ. Не, реально. Я думал, там типа как цена будет. Надо, нет. Протер сразу хочет. О. Эй, вот отлично. Я нажал на РС, и ничего не получилось, ничего не случилось. Реакшн. Бросай гранату, Рейс. Вот это анимация. Чисто! Ангар наш! Да. Рад вас видеть. Вижу шакалы, как раз для нас. Открывай-ка, боец! Есть, лейтенант! Разрешение на вылет есть?
Так точно. Готовьте нас к вылету. Какая у вас задача? Проникнем на флагман СДФ и разберемся с ним. Наземный этап операции окончен, сержант. Скар, пора вылетать. Время показать, на что мы способны. Смелый план, капитан. Ребята, держитесь! Мы вас заберем! Давайте, быстро в этот лифт! Есть. А у меня какая задача? Пойдешь с нами, Итан. Есть, сэр. Амар, ты Солтер. Итан, ты со мной. Это не учение, капитан. Зачем бот? Возьми бойца. Я уже выбрал напарника. Благодарю за доверие, сэр. Нам пора на взлет. Сопла в порядке, двигатели в порядке. Береговая охрана долго не продержится. Игру необходима воздушная поддержка. Не все сразу, парни. Защитим базу и поможем Тигру. Принято. Готовимся к вылету. Единственный способ сохранить порт – это вернуть себе превосходство в воздухе. Надо здесь все зачистить. Оружие к бою! Огонь! Скар, мы оттесняем их! Идет подкрепление, не расслабляться! Я на прицеле! Турель твоя уничтожена! Температура стволов растет. Ой, хорошо, вот это мне нравится, конечно. Не могу пробиться через помехи! Я на прицеле! У них самонаводящиеся ракеты! Эти шакалы на такое не рассчитаны. Тигр, есть чем уравнять шансы? Скар 1-1, есть беспилотник снабжения с ракетами. Укажите позицию. Скар 1-1, укажите свои координаты для беспилотника снабжения. Координаты отмечены. Беспилотник снабжения на подходе. Меня ведут. Я атакую. Снабжение недоступно. Есть ракеты! Скар, вдарьте по ним! Меня ведут! Есть ракеты! Шустряк на 12 часов! Он уходит! Мы теряем поддержку земли! Выбран 50-миллиметровый снаряд. Защищайте турели! Зачистим их и поможем Тигру. Почти. Шустряк сбит. Черт, штурмовики. Скар, в секторе штурмовики. Атакуйте. Принято, они целят в башне. Внимание. Попадание в башню 5.
Внимание всем! Атаковать штурмовики! Цельтесь в оружейные системы! Черт, мы потеряли пятую башню! Меня ведут! Осторожно, зенитка! Вперед! Поддержку земли. Всем Скар, готовимся к выходу на орбиту. Есть, набираем высоту. Рейс, мы на месте, ждем тебя. Отлично, десант. Готовьте транспорт, встретимся на возмездии. Выполняем, штаб-сержант. Удачи там наверху, лейтенант. Ну... Срочно нужна поддержка. Это Рейдер главный. Идем на абордаж корабля противника. Ждите. Каков план вторжения, капитан? Выходим у носа по левому борту и летим к мостику. Проникнув на борт, глушим мостик и кормовые оружейные системы. Понял. Потом выходим через грузовой отсек. Так точно. Как закончим, Тигр пойдет в атаку. Внимание! Тигр, у нас визуальный контакт. Подтверждаю контакт, прикрываю. Следуй за мной, Рейдер. Так точно, чумак. Берегись, орудия! Вижу. Шакал подбит. Подходим к точке. Внимание, 3, 2, 1, марш. 1-2, пошел. 1-1, пошел. Понял, идем туда. Силы противника. Атакуем. Прорывайтесь к мостику. Еще подходят. Они выкатывают укрепление. Задеть оборону. Шустрики, еще близко. Главный, подавите этих шустрых. Прорываемся. Так. Контакт, прикрываю.
Ё-моё, ну это космические, ну это космические. Готовимся к прорыву. Так точно, уже работаем. Так. Прорыв по вашему сигналу, сэр. Да. Нужно прорваться, Рейд. Я выведу их из строя. Атаку, марш! Штаб-сержант, прикрывай выход. Итан, отключи основные орудия и запусти систему жизнеобеспечения. Есть, сэр. Солт, следить за окнами. Даю гравитацию. Я найду командирский пропуск. Идем. Тигр, главные орудия отключены. Идем к вспомогательным. Принято. Вниз по шахте лифта. Марш! Кормовой пост уже близко. Марш, марш, марш! На мостик! Огонь не открывать. Они не должны нас заметить. Палубе. Понял. Открываем. Не понял. Движение. Что? Что? Что это? Алло. Как вы? Ребят. Поджарим гадов! Я в воздухе, блин, нахожусь. А там что-то есть, а? Что? Что это такое? Что это? Пост управления там, на нижней палубе. Понял. Открываем. Движение. Питание оружия на максимум. Подожди, или не сюда? Куда идти? Внизу. Подожди. Мы должны спуститься по логике вниз. Поджарим гадов! Что тут? Я даже обратно не могу, понимаете? Я даже обратно не могу. Пипец, пришел. Пост управления там, на нижней палубе. Понял. Открываем. Нет, обратно мы можем, блядь. Движение. Медбригада 4. В машинное. Срочно. Повторяю. Медбригада внизу. 4. В машинное. То, что мы типа... Только гравитация или что? Или я что-то упустил? Нет, лестница вниз должна быть. Так.
Отшарим гадов! Так они же внизу находят. Как я пущу? Это ненормально, ребят. Пост управления там, на нижней палубе. Понял. Открываем. Что прикажете делать? Здорово начались. Движение. Здесь какая-то специальная кнопка, где можно пуститься. Внизу. Зацепись. Я понимаю. Что-то... Что-то я ни шиша не понял. Отсюда пошли, так? Медбригада 4, в машинное, срочно. Повторяю, медбригада 4, в машинное. Ладно, на этот путь продолжим. Что-то я не вдупляю вообще нифига. Не, подожди. Вот она. Путь вниз. Но почему я не могу? Что-то переигрывать придется. Аллилуйя! Это не я кто? Это то же самое. Ремонтная бригада в отсек СЖО. Куда погнал? Ты чё? Пустись! Алло! Я понимаю! Ты пусти сюда уже? Не зацепиться. Что? Ребят. Не, подожди, что? Тигр, главные орудия отключены. Идем к вспомогательным. Такого быть не должно. Вниз по шахте лифта. Марш! Баг такой. Занять места по боевому расписанию. Иди к меня вверх поднимай. По сути, так не должно быть. Тигр, главные орудия отключены. Идем к вспомогательным. Принято. Вниз по шахте лифта. Марш! Попробую последний раз, если что-то такая фигня будет, то последний момент не смогла. Аварийная 14, левый борт, ангар. Аварийная 14, левый борт, ангар. Кормовой пост уже близко. Марш! На мостик! Огонь не открывать, они не должны нас заметить. Пост управления там, на нижней палубе. Понял. Открываем. Внимание всем. Это баг, ребята. И задраить переборки 25-40. Повторяю. Внизу. Приготовить гравимашину, задрать 25-40. Ну. Чё? В очередной раз прохождение отменяется, потому что такое. Лезть я не могу. Потому что эти персонажи пускаются сюда. Все по местам. Ситуация один по всему. Ладно, давайте я вдохну. Повторяю.
Попробую. Пост управления там, на нижней палубе. Понял. Открываем. А что тебе должен просто спрыгнуть? Движение. Ну это баг, ребят. Короче, ребят, у меня походу баг тут произошел. Видите? Ну это... Всё, это же... Всё, конец. Всё. Прохождение, можно сказать, это меняется, потому что... Ты не можешь нормально спуститься. Это плохо. Всё, значит, прохождение отменяется, соответственно... Что из Black Ops 3, что из Infinite Warfare. Я переигрывал, вы считаете, что какой толк от этого. Даже если вот по летнюю контрольную точку перезапустить. Пост управления там, на нижней палубе. Понял. Открываем. Что смысла никакого. Я даже, конечно, переигрывать. Переиграть попробую. Мне записи еще раз, еще раз. Если не получится, то все, пипец. Короче, ребят, я бросаю эту игру. Потому что, ну... Блин, как ты в гравитации тупо ходишь. Ты тупо в гравитации ходишь. Я кучу раз переиграл. И эффект тот же. То есть я даже не могу спокойно дойти вот сюда и вот и... Всё, просто всё. В Black Ops 3 я вам пояснил, то, что она у меня перестала запускаться. Infinite Warfare, вот такая вот фигня вот. Это просто стой какой-то. Ладно, ребят. Заканчивается на этом прохождение какого-то Infinite Warfare. Печально, конечно, то, что вот не получилось мне ничего, но что теперь поделать. Всем спасибо, всем пока, увидимся в следующих играх.